На земле многострадальной белорусской наш разведчик в руки ворогу попался. Был захвачен он когда тропинкой узкой в партизанские районы пробирался. Был он смуглый, черноглазый, чернобровый, он из Грузии в поход ушел суровый. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он: из деревни я соседний. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он: из деревни я соседний. По деревне, по снегам осиротелым повели его голдящую гурьбою. Если врешь, не миновать тебе расстрела, если правда, то отпустим шут с тобою. Не иначе лейтенантом был ты прежде, а теперь в крестьянской прячешься одежде. Отвечал он: вон вторая хата с краю, проживает там сестра моя родная. Отвечал он: вон вторая хата с краю, проживает там сестра моя родная. Тяжела его прощальная дорога, конвоиры аж заходятся от злости. Смотрит женщина растерянно с порога, незнакомца к ней ведут лихие гости. Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый? Что ответить, коль не видела ни разу? Оттолкнула чужеземного солдата: ты не трогай моего родного брата. И прильнула вдруг щеки его колючей, от мучений и от смерти заслонила. На Полесье помнят люди этот случай, в лихолетии в 41-м это было. Ничего о них мне больше не известно, но о брате и сестре сложилась песня. Может, в Грузии ту песню он услышит и письмо ей в Белоруссию напишет. Может, в Грузии ту песню он услышит и письмо ей в Белоруссию напишет.